Парк Степанова – одно из самых популярных мест отдыха ивановцев. Перед началом купального сезона значительно преобразится. Расширится пляжная зона, появятся стационарные шезлонги, а также новенькие дизайнерские урны. Из городского бюджета на работы выделили 167 тысяч рублей. Еще 70 добавил сам парк. В этом году у нас происходит формирование береговой линии в месте массового отдыха у воды. Происходит подсыпка песка, очистка дна от камыша, тростника. В принципе, уже установлена детская купальня, планируется установка до 24-го, до сдачи непосредственно пляжных мест. Планируется установка буйков, определяющих границы заплыва. В прошлом году в качестве пилотного проекта в пляжной зоне поставили один шезлонг. В этом году к нему добавится еще 10 аналогичных. В течение нескольких дней подвезут урны, напечатанные на 3D-принтере. Но главное, сам пляж увеличится в 3-4 раза. Первые посетители уже успели оценить изменения. Я тут гуляю по парку сейчас. Сейчас пришел, смотрю, очень тут удачно делают. Прямо приятно смотреть. Все деревья обделали, все. Красиво стало, конечно, получше, чем в других парках, такого нет. В день города в парке пройдет церемония открытия купального сезона. С этого момента купаться будет официально разрешено. В этот же день, 25 мая, заработает лодочная станция. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.